Всем доброго времени суток. Сегодня 19 марта, и я записываю свое очередное видео из Австрии, из города Вена. Действительно ли в Австрии существует паника среди населения? Действительно ли австрийские магазины пусты? Сегодня утром я была в магазине. Я приглашаю вас отправиться вместе со мной в магазин и посмотреть, какие продукты лежат на полках и чего нет. Пойдемте вместе. Обратите внимание, как много овощей, как много фруктов, картошка, множество приправы, людей мало. За все время я встретила только два покупателя. С левой стороны консервы, с правой молоко, молочные изделия, выбор большой. С правой стороны яйца, паштеты, вот с правой стороны колбасные изделия. Все лежит, товар лежит спокойно, ждет своего покупателя. Виноводочный отдел, отдел соков, кока-кола, сладкие напитки. Здесь кофе, там что-то вот еще с правой стороны было. Так, ну а сейчас я подхожу к морозильной, это не морозильная камера, я подхожу к мясной установки холодильной, и вот фарш, вырезка мясная, все есть. Вот отдел, не было молока, которое долго можно хранить. Так, химия вся есть. И вот бумага тоже, она в этом магазине, магазин Шпар, есть. Дешевую, конечно, раскупили сразу, но вот подороже остается лежать. С левой стороны конфеты, шоколад, с правой стороны в морозильных установках стоят изделия. В общем-то, все готовое. Это замороженные котлеты, пицца. И вот бумага. Все. Практически никого не было. Два покупателя. Я купила то, что хотела, и выхожу из магазина. Это второй магазин за сегодняшнее утро, потому что в первом магазине, магазин Lidl, бумаги я не обнаружила. Хотя все в магазине в Lidl было, я там скупилась. Ну, а это мы в парке утром сегодня гуляли. Опять же, люди с собаками, люди с детьми выходят на прогулку. Златуська, ты сидишь, намываешься, да, гостей приглашаешь к нам в дом. Сегодня в магазине я купила не только продукты, но и нашла вот такие вот луковицы, цветочки. Кала и оксалиск, какой-то ирон гроз, как он переводится правильно. И купила прикормку для цветов. Вот такие луковицы. Пока я сюда поставлю. На балконе у нас еще пока мест беспорядок после зимы. Не успела я навести порядок, но потихоньку буду наводить. Нарциссы, красавцы, распустились. Они цвели у нас на балконе и в прошлом году. Я их аккуратненько на зиму поместила. Они высохли, просохли, и я их поместила в пакетик. Так они у нас на балконе и перезимовали. Вот эти еще не выпустили бутончики. Вот он выходит. Жизнь продолжается на улице, чистят дороги, собирают мусор. Здесь виноград. Виноград уже набухают почечки. После зимы беспорядок. Нужно расставить кресло, принести из кладовки, изнизу подушечки. Буду сегодня этим заниматься. Не знаю почему, в прошлом году я купила ну, такие париса, летуя маленькая была, да, почему она у меня пропала, может быть, потому что было очень жарко на балконе, но смотрю, у людей такие же растения растут, почему у меня пропала, не знаю. Тега, ложись на свое местечко, лапки тебе помыли, иди ложись. Моя умница, моя красавица.